Памятная дата военной истории Отечества. 9 апреля. В этот день, в 1945 году, войска маршала Василевского штурмом взяли Кёнигсберг, столицу Восточной Пруссии, ныне российский Калининград. Город-крепость брали штурмовые отряды и группы, которые шли за огневым валом. Немцы потеряли 42 тысячи убитыми и 94 тысячи пленными. В Москве был дан салют высшей категории – 24 залпа из 324 орудий.